Здравствуйте, друзья и враги. Вы знаете, когда я уже начал подходить к 1000 видеороликов на своем канале, такое маленькое отступление от всего вот этого основной части видеоролика, когда я тут буду что-то смотреть, когда я тут буду делать что-то еще, а когда я начал подходить к 1000 роликов, я начал задумываться о смысле жизни, о том, кем я хочу стать, чем я хочу заниматься, что-то там делать еще, чего я хочу вообще добиться в этой жизни, то есть ради чего мне нужно жить, нужно ли вообще жить и так далее. И сегодня, дабы понять, кто я такой, дабы понять, что делать со своей жизнью, дабы там сделать еще какие-то вещи, во-первых, я решил подзаработать деньги, так как, ну, я думаю, вы можете видеть, вот, и нужно подзаработать немного денег на новый телефон, это первое, во-вторых, нужно прорекламировать Arizona RB, Arizona Rally Play Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, там все это будет написано, нарисовано и так далее. Так вот, так как я начал подходить уже к 1000 видеороликов, то разумеется, нужно выпускать их почаще, дабы заработать денег под конец, дабы там сделать все прочие вещи под конец, опять-таки, все вот этой вот своей карьеры, и сделать, в общем-то, много еще всего. Поэтому давайте приступим, как бы Arizona прорекламировал, можно и начать смотреть какие-нибудь там видеоролики, что-то комментировать, что-то делать, за это вы меня полюбили, а то одна Black Rush, типа, вы уже можете думать, Black Rush платит что, больше, что ли, чем Arizona RP? Нет, да. Сегодня мы посмотрим Vertage, самый первый видеоролик, который тут выйдет с Arizona RP, это типа Vertage, я ушел на Noob RP и так далее, вот давайте посмотрим сейчас этот видеоролик. На своем компьютере я нашел огромный список идей. Так. И меня заинтересовало... Не, вот это хорошо, потому что у меня идей вообще нет. Я отснял 1000 видеороликов, и идеи я постоянно откуда-то приходилось находить, что делать, а потом я просто начал озвучивать новости из GTA Sampa. Ну, такое тоже иногда бывает. Одна из предложить сотрудничать маленькому проекту. О, это отлично. О, LifeSump на первом месте. 75 тысяч подписчиков. Вы представляете, то есть интернет-СМИ, Рома Злобин, ну ты бы хоть постыдился. СМИ, бля, у тебя опечатки в каждом там четвертом, пятом, шестом, может быть, даже в каждом втором посте. Это пиздец. Сообществ. Пишем реклама самп. Самп, реклама, пиар, раскрутка, мониторинг, самп. Окей, я зашел к ним в паблик, вижу, что здесь все мертвое. Вот. Логично, потому что там было мало подписчиков. Это самп, самп, пиар. 58 тысяч участников. 12 друзей еще. Охренеть. Во-во-во! Свободны все посты администрации, крутой подработанный мод. Начинаем. Подработанный. Сам проект. И, конечно же, айпишник. Можно даже оставить заявку на пост администратора. Здесь 6 участников. Arizona RP AOLS. Тут уже, кстати, отличный отзыв о сервере. Ладно, давайте напишем этому Диасу Булату. Как раз он заходил минуту назад. Здорово! 2006 год. На сервер нужны? Копируем айпишник. Вставляем. А, здесь вообще никого нет, ёпта. Вау, вау, вау. Здесь даже мой ник свободен. Мужчина светлый хвостик. Так, ну что, я зарегистрировался на Arizona RP. Сервер AOLS. Заходите. Шаги отлично слышны, Никит. Все, пацаны, сейчас. Сейчас зайдем. Вот это будет. О, мне ответил Диас. Нужны? Ебать. Круто. Давай сотрудничать. Сейчас я напишу пост на своей стене, типа, залетайте к нам на сервер, у нас сходка. Офигеть. И айпишник. Я оставил пост на стене. I love my kids more than anything. Хочешь? Вертеч нужно было выключить. Хуиц, блядь. Никакого радио. Я это все вырубаю. Все реально правильно. Ты? Ё-моё! Не-не, я не верю, что это ты. А кто это? Кто это? Верю, верю, Вертеч, прими заявку в друзья. Он начинается. Хоть бы это было видео, ё-моё! Мой пост уже набирает обороты. 33 лайка, 208 просмотров, 225 только что обновилось на ваших глазах. А теперь... Просмотры обновляются просто жизнь. Можно еще Вертеч отметить, будет вообще отлично. ВКонтакте можете проверить. Теперь Если он у вас в друзьях есть, можете, типа, написать пост, отметить Вертеч, будет прикол. Приступим к реакции моих друзей. Вертеч создал свой Noob RP, все ясно. Сколько денег отдал за хост? Сколько денег отдал? 50 рублей. Не, ну а что? Мало. Скам! Вертейка! Я буду твоим рабом. Я успешно авторизовался как основатель. Офигенно. Дай админку, умолю тебя. Я хочу тебя в попку. Алло. Пиздец, Вертеч. О, донат отсюда придет ко мне на карту. Я потом обратил внимание на имя этого бомжа и так выгорел. Я угорал, наверное, минут 5. Масон. Это же Сэм Мейсон, директор настоящей Аризоны. Ой, Конор зашел, смотрите, Конор и Сэм. Бля, я надеюсь, что это настоящее, это будет вообще смешно. 30 человек. Да, самый настоящий. Тем временем я написал всего лишь пост ВКонтакте, который набрал уже 60 лайков. Андрюха Киевский, здорово.
45 просмотров. А 100 рублей скинешь? Не особо он хочет делиться прибылью. Там вон улучшения покупают, мажоры, титаны, VIP. Где мои деньги? Я не понял. Меня на... Да, подоб зашел. Ебали на 100 рублей. Гоу на другой серв. Я уже монтирую это видео другим днем. Я понимаю... Бля, у тебя по стандартному настроено Adobe Premiere, типа, бля, это стандартная настройка или нет? Потому что мне сейчас его... Ну, как-то, ну так себе, он странненько. Нужно доснять, потому что он реально... А может, и удобно. А где эффекты у тебя, типа? А как ты эффекты добавляешь отсюда, что ты, бля, вертишь? Бля, пацаны, я... Хотя тут, ну, типа, прямая склейка, ладно, тут эффектов особо пошел нет. Пошел такой козырный текстовый документ, который я составил еще год назад. И я смотрю... Текстовый документ, вертишь, Notion уже давно есть. Notion, то есть, ты заходишь, там, открываешь все Notion. Туда, просто я Notion, понимаю, больше ничего не надо. Это пипец, это камбэк века может случиться. Надеюсь, я вас всех заинтриговал, да. Вы просто ставьте лайки, да, а да, я да. буду снимать для вас видосы. А отлично. Я тем временем иду дальше искать себе ну БРП. Arizona Orion, набор админов Orion. Лидеров при онлайне студии. Вот, знаете, раньше ну БРП, они хотя бы были какие-то, ну, типа, разные, там, Advance RP, Diamond RP. Сейчас все понимают, что, типа, нужна Arizona всем, и все, типа, ну... Ну так. Галочку, кстати, учёл. На админку. Имеется система люкс-каров, скинов, проводится интересная МП с крутыми призами, также имеется свой лаунчер. Окей, давай посмотрим, сколько у вас там... 3000! Подписчиков 3370. Ладно, Иван в любом рекомендует. Случае добавляем этот айпишник. Здесь 70 человек. Здесь написано, что я играю без лаунчера. У этого сервера есть еще и лаунчер. Охренеть. В принципе, я зарегистрировался. Так, здесь у всех 30 все уровень, было, что вертеч. Означает, что возможно, это все боты. А теперь включаем. Ну или типа всем дается 30 левел. Коррекцию. Во, вот так вот лучше. Так, лицензии. Покупаем все лицензии. Замечательно. Куб. Админы есть? Я первый. Оставляем запись на стене. Сейчас 71 онлайн. Нам остается всего лишь ждать. Кстати, в такие моменты мне очень скучно, и я начинаю петь. Эй, Андрюша, кому ты нахуй нужен? Эй, Андрюша. Ты иди, неплохо. Я тебя не подвезу. Че ты серьезно, хочешь им. Не, ну ты вообще красавчик. Слушай, там стоит 16 скутеров. Я там. Только посчитал. Что их посчитал. Где вертеч? Я тут, братик. Ты? Да. Рил? Да. Как пруфанешь? Дал пруф, взял пруф. Я твоя сучка. Трахни меня по полной. Ой, ну все, мы захватили веб-чат полностью. Вертеч, Илья, веб-чат, премиум чат, все. Скинул меня на 700 рублей. Я согласен с тобой, брат. Илья Аксенов, привет тебе из 4-го отделения полиции города Москвы. Опять здесь вертолет так летает. Посмотрите, даже бот не устоял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скутеры взрываются. Прям как салют. Вертеч, интересно. Это ты? Да, это я. Не видите имя, что ли? Реал Вертеч. Да ну, блин, меня-то хоть не бей. Спасибо большое. Я знал, что ты меня не... Ладно. Спасибо. Эй, лошара. Что? Отозвался? Лошарой остался. А ты еблан, и что? Капец ты, мистер Очевидность. Скорее всего, так и есть. Но самое забавное меня ожидало. Что, что? Дальше. Что, я вертеч? Тебя люблю. Тут Трил пил кому-то в любви, признается. О, я Трил ел. А это кто? Это вертейка! Стопрот! Не пули. Нет, это я вертеч. Ты что, не веришь? Это я вертеч. Так, а кто вертеч? Я не знаю. Алло, Бантей! Кажется, у этих игроков... Кто вертеч-то, в самом деле? Подгорает. Докажи, что это ты. Как? Пошли в ДС. Прости. Нет, вдруг ты спалишь его всем. Бля, я запутался. Запутался. Прикиньте, если Трилпил реально думает, что запутался, пишется вот так. Может, он вертеч? Я готов в Дискорд. Пойдем. Тогда, если ты вертеч, вставь в видос. Жди видос завтра. Не, ну ты Ванга. Я думал вообще сегодня опубликоваться. Но ради тебя опубликую завтра. Блять. Вот тварь. Я из-за него реакцию позже выпустил. Кольцевую лампу немного сбил. Так, ладно, нужно сказать напоследок. Arizona. Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм в описании.